все стандартно. В смысле тельце, да, у них? Да, да. Все одинаково, только цвет вот этот меняется. Распишу, я пока чекаю. Тунище, да, если. Ну, вот это самый крутой, да, знаете, вот этот? Ну, крутой, у нас переводится вот этот, классный. А этот большой. У него большая светящаяся голова, которую можно использовать, да, как ночник без гвоздика. Сзади есть вот кнопочки, которые включают и включают голову. Если мы включаем зайчика, у него начинают светиться и ушки, как у обычных, да, силиконовые. Прочно. Голова. Да, цвет ушей переливается из одного цвета в другой. Можете, да, для экономии выключить все. Можете включить. В чем еще плюс этого зайчика? Это, как видите, большой достаточно дисплей, на котором вы видите заряд аккумулятора. Здесь уже видно песня, которая играет, и другая информация. Здесь, ну, как на обычном плеере. Для чего это дисплей? Как на обычном плеере дисплей. Если мы переходим от R1, здесь у нас появляется функция микрофона. Мама может записать своим голосом сказку рассказать. То есть это очень востребованная функция, чтобы ребенок слушал мамин голос, а не, скажем, голос из сказкиного дома. Здесь на вот этих кнопках мы пройдемся. Здесь уже можно самому включать сказку, когда мы нажимаем на кнопочку. Конечно, звук здесь уже гораздо громче и чище. Волчий шарфик. С песенки здесь. Здесь у нас вот тут появляется кнопочка свой записанный контент, либо успокаивающая музыка. Здесь можно записывать, я где-то читал, что кто-то записывает на ночь здесь, например, на успокаивающие песенки, да? А сюда записывает, наоборот, развлекательные песни, да, чтобы можно было удобно включать и выключать. А объем у него какой? Объем памяти. Ну, вот я говорю, у новых партий будет 8 гигабайт. Да? Его можно подключать к компьютеру как колонку. То есть в комплекте идет провод, вы подключаете его к ноутбуку, например, и слушаете, и смотрите фильмы. Потому что здесь звук лучше, чем у многих ноутбуков, например. Поэтому можно подключать как просто как колонку к ноутбуку. Уже и для взрослых подходит. То есть это покупка на всю семью, а не только на маленького ребенка. Здесь вот этой функции очень удобно сблокировать кнопки этим пультом. Но это вот такие преимущества. Дисплей и пульт.